В гостях у нас замечательный детский писатель, детский поэт Игорь Лагерев. Игорь Лагерев неожиданно открыл в себе талант детского автора. Опубликовав свои первые произведения, получил большой отклик от читателей и твердо решил писать для юных буквоедов. И, как признается писатель, не пожалел ни разу. Пошла интересная ситуация. Возникла эта девушка Таня Афонечкина с такой фамилией. Конечно, прекрасная девушка. Вот она рисовала, я придумывал. И в течение недели уже получилось порядка 20 стихотворений. А потом уже без опоры на ее рисунки стали возникать стихи, которые там вроде бы удавались. Несколько сотен стихов и более 200 песен. У учеников 7-й гимназии появилась возможность услышать их лично. Встреча с автором состоялась в Одинцовской библиотеке номер 1. А повод для этого подходящий – неделя детской и юношеской книги. В понедельник. Нет, в субботу. А быть может, в воскресенье в рейс уходят самолеты в неизвестных направлениях. Не нужны ни визы, ни билеты, если летишь в Мышандрию на слонолете. Такая авторская задумка гимназистами была принята с восторгом. В управлении слонолеты удивительно просты. В управлении слонолетов применяются хвосты. А вот ученику 3-го класса Андрею Воробьеву больше всего запомнилось стихотворение о собаке. Признается, очень любит животных. А еще больше хорошие книги. Я читаю энциклопедии, всякие там рассказы, стихи, сказки. На память школьники получили от автора сборник стихов «Шел по городу хомяк». Но не просто так, а с заданием – выучить понравившиеся стихи наизусть. Ребята заверили – так и будет. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».